Это час профилактических мероприятий «Внимание, дети!». Такие уроки безопасности сегодня проходят по всему Краснодарскому краю. Ведь многие школьники за время летних каникул отвыкли от интенсивного дорожного движения и подзабыли правила безопасного перехода дороги. Сегодня полицейские вместе с учителями провели урок безопасности среди первоклассников. Дети получили от госавтоинспекции подарок – письмо первоклассника, а также первое домашнее задание. В письме первоклассники должны будут нарисовать безопасный путь из дома до школы. Хотелось бы пожелать нашим детям больших успехов в учебе, напомнить им, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Также хотелось бы обратиться ко всем участникам, как к пешеходам, так и к водителям. Будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. Будьте примером для своих детей.